Миро. Ликерия что-то плачет. Я против часовни. А? Я против часовни. Записывает, да? Пустыня жаждущая и возрадуется пустыня, и процветет яко крины, да прозябнетесь, а возвеселятся, и возрадуется пустынная Йорданова, и слава Ливанова дана быть ей, и честь, как миловой люди мои, узрят славу за Господню, и высоту Божию. Я руку ослабленная и колено расслабленная, утешитесь, вертите малодушными. Святой Евангелие возьмите бесплатно. Да вниз, там разогнулся. Все Богу нас тут восстанет, он придет и спасет нас. Там где очередь на крещение стоит, туда нам идти. И уже соглухих услышат, тогда скучит кромы, яко Елены ясен будет язык угнивый. У тебя же сумки есть. Яко пророзится пустыня вода. И хлеба разъявлю жаждущие, и будут безводная уплата его жаждущей, земли источник воды будет, там будет веселее птиц во дворение стирнув, и трости, и блатом, там будет почит, и будет свят наречеться, и не мимо иди, там нечистнейше будет, там будет нечистый, ради сеяния же пойдут по нему и не заблудят, и не будет там льва ниже зверей лютых, зайдет на ниже, обрящется там, но пойдут по нему избавленные, собрани от Господа, и обратятся, и придут в Сион с весельем и радостью, и веселье вечное над главою их, хвала и радование, и веселье постигнет их, отбежи болезнь, печаль и воздыхание. И мудра, Божество и сайны чтение Божие. Такого колет Господь, за защиту буду идти, и лицы не сребра шедше купите, едите и пейте, без сребра и сыны и вино и дух, скую цените серебро не в хлебы, и труд ваш не в сытой, послушайте меня и снести блага, и а это кто был-то? Не знаю, забыл. О, мир вам. Внимайте ушима вашим и последуйте. Вы наверх поднимитесь там. А там есть визитки. Душа да ваша, извещаю вам завет вечен, преподобная Давидова Герцога. Все свидетельства в уязвице, как его князя и повелителя в уязвице. Все язвицы, еже не видя путя, призовут те люди, еже не познашать, а к тебе прибегнут.
ради Господа Бога Твоего и Святого Израилева, как в прославе Тебя, слышите Бога, и всегда вам обрести Его призовите, и даже аще приблизится вам, но оставите нечестивые пути Своя, и мудрые законы Совета Своя, и обратитесь к Господу Богу нашему, и помилование будете, как вам много оставите, и Бога, и Святого Израилева, и будет жили по Евангелию. Святой Евангелие раздаем бесплатно. Вот еще. Вот. А можно еще? Еще есть, да. Возьми. Вот, подходите, раздавайте. Конечно, мой мало. Вова, ты что, я сама все пораздала. Сама бедствую, сама пришла. Да раз уже не заплакала, пришла, вот нету никого. Понимаешь? Виноваты, опоздали. Евангелие кому? А Сергея не видели, где он? Не видел. Это он здесь с коробкой был. С сумкой вернее. А где он был? Там, в кране. Вот, подходите, мужчина, вот. Иначе вы взяли одну. Вот, сзади мужчина. Ну, тебе тоже надо. А, ну, потом я тебе дам. Потом пристрелить нам нужно. Ну, ладно. Так, Евангелие даем. Кому дать? Викторий, возьми Евангелие тоже кому-нибудь, раздай. Крупный шрифт, бесплатно. Дай ей тоже, чтобы отдала кому-нибудь. А, держи. Подари кому-нибудь. Мы уже взяли, вот. Викторий, подари кому-нибудь, подойди. Ну, вы нас застыли бы двоим напротив часовни тебе. Мы их попадаем. Есть еще. Меня же видел, у меня же фотоаппарат. Меня же видел камера. Вот он ее. А, нет, я сейчас не могу. Мир всем и духами твоему. Вот Марка Святаша и Евангелия. И мне. О, тебе Господи. Приходится бегать туда-сюда. Во время Ону приди Иисус от Назарета Галилейского и крестися от Иоанна во Иордане, и обе восходя от воды, виде разводящиеся небеса, и дух яко голубь сходящий на нем, и глас бы из небесе, и неси сын мой возлюбленный, о нем же благоволих. Слава тебе, Господи, слава тебе. Мира Господу помолимся. Господи, помилуй. Господу помолимся. Господи, помилуй. Мира Богу.
Господи, Сыны Божии, Церкви Истине, не нести Господу вам молимся. Господи, помилуй. Мы в храме всем и с верой, благоговением и страхом Божиим, ходящий к вон Господу вам молимся. Господи, помилуй. Люди не оценоши, Сыны Божии, Церкви Истине, Господи, не ноши, Высоко Пресвящение, Сыны Божии, Церкви Истине, Пресвящение, Христе Дьяконстве, о все пришли люди, Господу помолимся. Господи, помилуй. Люди наши и властих и воздвия, Господу помолимся. Господи, помилуй. Я не стране и веры, живущих в них, Господу помолимся. Господи, помилуй. Я не стране и веры, живущих в них, Господу помолимся. Господи, помилуй. Идите ко мне все, говорит Христос. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Идите ко мне, Господи, нашими споре и разделитесь всякому совету. Брат, а ты этого Игоря-то видел, где он? А он там. Он раздает? Да. Сейчас я тоже засниму стоит. Благослови брата Игоря тоже, Господь. Спасется душа его. Люди берут Евангелие. Да будет Господь с ними, вселится в их сердце, в разум, в уста их. Слово Господне. И в этом живо действие. Ты пресноди Марию со всеми святыми, помянувши сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Велие еси, Господи, и чудны дела Твоя, и не едино же слово довольно будет пению чудес Твоих. Велие еси, Господи, и чудны дела Твоя, и не едино же слово довольно будет пение чудес Твоих, велие еси, Господи, и чудны дела Твоя, и не едино же слово довольно будет пение чудес Твоих. Ну что ты? Еще раз дал. А где сумка у вас? А вот там, что самому. Сходил тут уже, ты сейчас еще побудешь. Ага. Так, еще кому не дали Евангелие? Так, Евангелие кому подарить бесплатно? Спасибо, есть.
Кому Иван говорил? Вы мне тоже знаете? Это церковь. Патриарх Кирилл благословил. Это первое издание, все благословение такое, это самое. Кому еще? Там, на первой странице. Кому еще дать? Держите. Там визитки, не уроните. Это не на елке, вы пришли верующие. Кому еще Евангелие дать?